Ехали и уехали в Лугас. Как здесь мило. Мы здесь гуляли тогда, да? Да, очень мило. Девочка на гитаре поет. Я вам не скажу. Все так, знаешь, уже накрыто, вот, сука, будто бы вот уже ждет своего посетителя. Уже вилочки там, уже уксус, масло, все стоит. Фотка и Миша. Хочешь, мне кажется, дать фотку. Фотка и Миша. Цветные диванчики. Ну как вам Пловдив? Кто здесь еще не был? Срочно приезжайте. Срочно. Красиво, аутентично, уникально, древне. Меня не будешь снимать? Всем привет, тебя много раз проезжали. Давайте посмотрим. Слушай, тоже не буду. Что тут? Няма смысла. Направо. А есть что? Просто проход. Церковь. Проход с города. Через церковь. Другую часть города. Очень интересно. Сквозной там, такой. Античный православный храм. Саша, что тебя опять раздражает? Сказать? Да. Смотри, вот, пришел, взял латте. Да. Бум-бум-бум. Это я еще отхлебнул. А как бы я мешал, интересно, вот так вот. У меня пальцы бы были вечно в этом. А, тебя ложка взбесила? Еще и десертика нет, да? Десертика нет еще. Какое местечко, мы не совсем удачное сели. Просто прогуливаемся. Прогуливаем. Мы сегодня просто прогуливаем бытовуху нашу.
Потому что, во-первых, надо очень много материала снимать, фотографировать для развития наших вот, проектов, для других социальных сетях. И параллельно нельзя забывать о нашем любимом блоге. Так получилось, что мы немножко выпали из процесса. Предыдущая неделя была у меня больничной. Затем 2-3 дня активно очень работаю по своим проектам. Естественно, ну, вот я же звезда этого канала. Если я работаю, то кто будет играть эту роль? И получилось так, что муж сегодня говорит, что все, давай пойдем погуляем. А где погуляем? Конечно, в нашем красивом городе, в Копане погуляем. Здесь можно и фотографироваться на каждом углу, и делать видео. Ну вот сели в кафе, который вот нет ни фреша, ни десерта. Но мы уже решили здесь остаться, потому что симпатичные древесные столы. Мы уже здесь пописали, поэтому и солнышко светит, попадает. Потому что не в каждое кафе сейчас попадает солнце. Мухи летают. Деньгам, говорю. Деньгам, да. А вообще, конечно, в данный момент у нас идет развитие, как я уже говорила, других процессов, и поэтому это, знаете, вот как? Это вот я в компьютере сижу, и Саша в компьютере. И поэтому немножко сбились с графика. Но сегодня вот такая легкая прогулка у нас будет по этому красивому городу, а на выходные мы планируем кое-куда поехать, кстати говоря, туда, куда вы нам советовали. Мы все читаем и все учитываем. Поэтому вас очень благодарим за это. Еще, представляете, я не могу никак добраться до Спиди, упаковать картины, вообще даже отметить тех, да, вот написать людям, кому вот я обещала от нас подарочек. Просто, ну потому что я на 8 дней была в больничном, на больничном я вообще выпала из этой жизни. Так что прошу принять, простить и понять. Вот. Все всем отправлю, всех помню, всех любим. И надеюсь, вы нас еще смотрите. Галереи на каждом шагу. Просто на каждом шагу галереи. Кто знает, может, когда-то и моя галерея здесь будет. Изложба. Целый магазин просто носок. Носков. Носок. Носок, правильно говорю. Носок это только когда носки один. Продают. Или когда много тоже. Да, когда много тоже носок. Десертики, смотри. Орешки с сгущенкой, смотри. Полным-полно людей. Они все стоят, пьют, кушают, курят. Болтают без умолку. Тут даже как-то мы вообще еле прошли даже. Не было места, чтобы пройти. Смотри, какой вход интересный. Все аутентично, все интересно. Тыквочки. Мармалад. Я бы ждал, мне проиграл. А куда чего? Сейчас мы проиграем.